И снова здравствуйте! Вас приветствуют последние новости. В этом выпуске в центре нашего внимания Вадим Манукян. Средства массовой информации пишут, что эксперт Совета по развитию информационного общества при Государственной Думе Вадим Манукян полагает, что данный формат шоу «Голос дети» излишне травматичен для психики маленьких артистов, что подтвердил финал очередного сезона программы, в которой победительницей стала дочь Алсу Микела Абрамова. Поэтому Вадим предлагает выход из этой непростой ситуации, чтобы не закрывать совсем полюбившееся миллионам телезрителей шоу. Его нужно просто разделить на два отдельных, возможно, параллельных проекта, полагает эксперт. Участниками первого «Голос дети народ» могут становиться обычные дети, без связи в шоу-бизнесе и больших денег. А второй «Голос дети деньги» может собрать наследников звезд. К примеру, он ставит шоу «Голос 60+», когда пожилые люди соревновались только друг с другом, и рейтинги, насколько были ему известны, весьма приличные. Он отметил, что все будут играть в свои лиги, и родители участников могут мобилизовать свои фан-клубы, своих звездных коллег и других своих поклонников. А нам остается только добавить, как говорится, без комментариев. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!